Сегодня выступит, как я уже говорила, замечательные поэты и переводчики. И скажу вам по секрету, многие из них очень известны и во взрослых кругах. Почти все лауреаты разных литературных премий. И уж точно все прекрасные и смелые люди, так как писать для самых требовательных критиков, то есть для детей, это действительно подвиг, и нужно иметь большую смелость. Мы не будем перечислять все заслуги, все награды, которые имеют наши поэты, потому что кто-то уже достиг вершины, кто-то только в самом начале пути, а кому-то заслуги и вовсе не интересны, поскольку мы сегодня будем с вами слушать замечательную поэзию. И сейчас на эту сцену я бы хотела пригласить одну ярославскую писательницу и нашу коллегу Юлию Симбирскую под ваши аплодисменты. Громче, громче, громче встречаем каждого писателя, потому что он будет делиться частичкой себя. Пожалуйста, к микрофону. Здравствуйте, я очень рада сегодня перед вами здесь выступить, с вами пообщаться. Я надеюсь, что общение наше будет таким приятным, несмотря на то, что немножко все-таки грустный день, потому что неделя детской книги заканчивается. Но будем считать, что у нас год литературы, а значит, наша взаимная любовь, она будет продолжаться в течение этого года, ну и в течение последующих, надеюсь, тоже. Меня представили как коллегу сотрудников этого замечательного места, где мы сегодня собрались, в детской библиотеке. Да, я тоже работаю в детской библиотеке. Я работаю в читальном зале, и мне приходится довольно часто общаться с ребятами. И, может быть, то, что я стала работать в детской библиотеке, в некоторой степени подвигло меня на то, чтобы что-то и писать. Помимо того, что я детский библиотекарь, я еще и мама. Моей дочери 9 лет, а моему писательскому стажу, наверное, лет 5. То есть в тот момент, когда ей стало 5, и когда она стала просить меня тоже что-то ей интересное рассказать, это тоже было одним из таких моментов, который заставил меня задуматься и взять ручку в руки. Я почитаю вам сегодня стихи и начну, наверное, со стихотворения, которое для меня является таким стихотворением «Открытием весны». Я думаю, что каждый из вас вокруг себя видит много чудес каждый день. И на самом деле эти чудеса, они берутся ниоткуда. Можно идти мимо дерева, один день, другой день видеть просто голые ветки в конце марта, и вдруг в какой-то из дней увидеть самый первый листочек. И этот листочек, он как разведчик, он сидит на нижней ветке. Вот малюсенький листочек в окружении толстых почек, самый первый, он в разведке, он сидит на нижней ветке. Все в порядке, братцы, можно распускаться. Как я уже сказала, чудеса, они повсюду, и на самом деле они прячутся в самых обычных вещах, даже в тех, которые имеют порой неприглядный вид, как ни странно. Но тем не менее, они родные и любимые. Я вам расскажу сейчас одну историю про самый обычный чайник. Он мне давно уже знаком. Зеленый чайник со свистком. Пузатый и невзрачный, не городской, а дачный. Он с пузырями в животе раскипятился на плите, и в нашем доме старом горячим дышит паром. Он ходит к речке за водой, он помнит миску молодой, а чашечку без ручки он взял себе во внучке. Как хорошо, подумал я, что нас он взял себе в друзья. Ну и еще такая тема, близкая мне, это тема моря. Вот в этой книжке, которую я держу в руках, здесь несколько стихов, посвященных морю, потому что невозможно приехать на море и ничего о нем не написать. Я вам хочу прочитать стихотворение такое про море и про того большого, кто в этом море живет и который, наверное, сам себя считает на самом деле маленьким. «Сегодня море громкое, сегодня море сильное, зазубренную кромкою, от белой пены мыльная, а в животе у моря весь день спокойно спит малюсенький-малюсенький огромный синий кит». Вот. Я прочитала стихи, которые родились, в общем, не так давно.
А сейчас хочу прочитать стихотворение, которое я очень люблю, потому что оно у меня одно из самых первых. И это стихотворение тоже вошло вот в эту маленькую мою книжку. Это тоже моя самая первая книжка стихов. А стихотворение называется «Папа приехал». Папа вернулся из командировки. Жмутся к сапожкам большие кроссовки. Папина куртка мою обняла. Тоже соскучились. Ну и дела. Но перед тем, как я покину сцену и уже передам эстафету дальше, я хочу вам сказать, что на самом деле детские писатели — это люди любопытные, люди с большим как бы процентом фантазии. И мне хочется вас попросить, чтобы вы тоже в себе своего внутреннего ребенка, это касается взрослых, периодически тормошили. Ну а дети, пусть у вас будет желание, пусть у вас будет вдохновение видеть вокруг чудеса, делиться этим со всеми. И пусть оно вас не покинет никогда, всю жизнь. Спасибо. Спасибо большое, Юлия Симбирская. Приготовили свои ладошки? Все-все-все приготовили две ладошки. А теперь хлопаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11. Молодцы, прекрасно. Ну что ж, на следующий человек, которого хочется пригласить на нашу сцену, это тоже наша коллега и педагог Наталья Волкова. Под ваши аплодисменты. Громче, 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 громче. Прекрасно. Нормально так слышно? Я поздравляю вас с недели детской книги. Это всегда такая проблема возникает. С недели детской книги, с весной и с тем, что скоро вообще наступит лето и каникулы. Все рады? Это здорово. Поэтому я прочитаю вам такое вот летнее стихотворение и надеюсь, что вы мне его поможете прочитать. Смотрите, там в конце каждого четверостишья есть такие слова, которые надо говорить хором. В первом четверостишье «ах», ну-ка давайте потренируемся, 3-4. «Ах», молодцы. Во втором «ух». Нет, как-то не дружно, давайте еще разочек. «Ух», молодцы. А в третьем «класс». «Класс». Отлично. И вот получается такое стихотворение, называется «На волнах». «Кораблик мой спешит вперед, его корму о волны бьет, и он взлетает на волнах». Ах! Молодцы. «Я слышу только ветра виск, я вижу радугу из брызг, плыву, захватывает дух. Ух! Я капитан, я просто ас, веду отчаянно баркас, зеленый надувной матрас». Класс! Спасибо. Следующее стихотворение называется «Забор». «С недавних пор рычит забор и лает на прохожих, а как он воет по ночам, у всех мороз по коже. Он раньше был приветлив, мил, без рыка жил, без лая, но кто-то написал на нем: собака очень злая». Следующее стихотворение будет специально для одного мальчика в этом зале, который очень любит бетономешалки. О, значит, тут прям несколько у нас мальчиков таких есть. «Машины стояли на площади в пробке и жались друг дружке, как в тесной коробке. Все очень устали, и душно, и жарко, к тому же мешала бетономешалка. Она постоянно шумела, пыхтела и жалобы слушать совсем не хотела. Не выдержал даже спокойный трамвай, сказал ей сердито: а ну, не мешай. Простите, она отвечала, вздыхая, мешать — это просто работа такая». А еще одно стихотворение, которое я вам хочу прочитать, называется «Полиглот». Но вот все ли знают, кто это такой полиглот? Ну тогда взрослые помогайте. Пылесос. Пылесос, да, обычно так и есть. Так и кричат. Который знает много языков, да, не обязательно все прям, но много. Полиглот. Стихотворение так и называется. «Один полиглот знал больше 200, а может 300 языков. Глотал на обед их вместо котлет и даже взамен пирожков. Грузинский язык глотал как шашлык, как пудинг английский глотал. Французский потом как длинный батон за обе щеки уплетал.
Но раз полиглот, держась за живот, вдруг поднял отчаянный крик. Увы, подавился, не переварился тяжелый китайский язык. О, ужас, беда, носилки сюда, и доктора надо позвать. А доктор сказал: ты просто глотал, а надо еще и жевать. Ну и последнее стихотворение, прежде чем я тоже уйду. Так, а какое будет последнее стихотворение? Давайте страшное прочитаю стихотворение. «Кто там сидит» называется. «Увидел в замке на полу я щель огромную в углу, и вдруг из той ужасной щели два черных глаза посмотрели. Быть может, там сидит злодей и точит ножик на людей, а может, там живет вампир и ждет гостей на жуткий пир, а может, сотни долгих лет скрывался там живой скелет. Подкрался я к углу поближе, боясь, что призрака увижу, а там сидит с большим ножом электрик ниже этажом. И как мне крикнет во всю глотку: не видишь, я чиню проводку». Спасибо большое. Спасибо большое, Наталья Волкова. Еще аплодисменты. Следующий человек, которого хочется пригласить на эту сцену, это известный детский писатель и поэт, и, как мне кажется, он знает всю флору и фауну на Земле. Как вы думаете, кто это? Конечно, Станислав Востоков, под ваши аплодисменты на этой сцене сегодня для вас. Еще громче, 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 громче. Вот так. Так, я, наверное, вот так буду. Ну, здесь у нас очень разный возраст, поэтому я постараюсь разные читать. Для тех, кто совсем маленький, для тех, кто уже совсем не маленький. «Вышел Петрухин во двор, выбить персидский ковер. Веник покрепче он сжал, вскрикнул ковер и сбежал. Стыд вам, Петрухин, и срам, ласковей надо к коврам». Ну, поскольку у нас поэтический... Хотел сказать вечер, но я не знаю, как сказать, обед. Ну, как без Пушкина, про Пушкина давайте. Называйте «Я бы так не смог». Пушкин пробудился очень рано, за окном еще серым-серо, но поэт проворно встал с дивана, взял скорее бумагу и перо, а потом по утренней пороше к няне, что с утра пирог пекла. Нянюшка кивнула: «Стих хороший, я бы никогда так не смогла». Пушкин улыбнулся чуть печально, но, отведав нянюшкин пирог, он воскликнул: «Просто гениально! Я бы никогда бы так не смог». У поэтов часто бывают темы, которые переходят из одного стихотворения в другое. Например, очень многие поэты писали про молоко, да, про то, как оно убегает. То есть, причем все поэты замечательные, все стихи получаются разные. И многие поэты писали про картошку в мундире. Ну, почему-то это очень популярная тема. Ясиновский писал, Собакин писал. Я решил тоже не обходить эту тему стороной. У нас все-таки обед, хоть и поэтический. Когда одна знакомая посмотрела это стихотворение, она сказала: «Знаешь, написано в размере Александра Блока». Я так удивился. Ну вот, знаете, что это в размере Александра Блока. «Картошка почистила шпагу, надела свой серый мундир и бросилась храбро в атаку, когда приказал командир. Повсюду над полем сражения стелился удушливый дым, и нож свое начал движение, и смерть шла незримо за ним. Картошка в той битве кошмарной ни пуль не жалела, ни сил, но кухонный ножик коварный картошку ударом сразил. На этой равнине унылой на миг у могилы замри, и надпись прочти над могилой: картофель обжаренный, фри». Ну и, наверное, последнее, как теперь, я думаю, это уже рефрен, такой: «Прежде чем уйти», еще одно стихотворение, последнее. Бу. Грохоча жестянкой оземь, шел по улице Иван, а за ним следили 8 удивленных марсиан. Над землей, ведя ракету, не могли они понять, для чего же нужно эту банку ржавую пинать. Есть какая-то здесь тонкость, но с небес не разглядим. Видно, нужно эту емкость пнуть, попробовать самим. И на завтра с позаранку наблюдал в окно Иван, как внизу пинали банку 8 синих марсиан.
Спасибо. Спасибо большое. Наше мероприятие вообще называлось «Внеклассное чтение». Мы почему-то вот так вот подумали и решили, что вот нужно назвать его «Внеклассным чтением». Да, в такой непринужденной атмосфере, обстановке. Но получилось прекрасное тоже название «Поэтический обед». Мы, наверное, возьмем на заметку, да, и в следующий раз, когда вы увидите «Поэтический обед», вы сразу все поймете. Спасибо большое, Станислав Востоков, был для вас. Поэт. Сказочница и сценарист мультфильма «Королевство М». Смотрели такой мультик? Да. Смотрели? Я нет. А, значит, надо посмотреть. И она приехала к нам из Санкт-Петербурга. Как вы думаете, кто это? Анна Игнатова. Под ваши аплодисменты сегодня здесь. Специально для вас. Громче аплодисменты. Да. Спасибо большое. Здравствуйте. Очень приятно. Конечно, вы не могли посмотреть мультик «Королевство М», потому что он еще нигде не шел. Вот так. Я сама его посмотрела под большим секретом. Мне режиссер показала, только сказала: тихо, больше никому не показывай, потому что это пока собственность мульткомпании, и выставлять его нигде нельзя. Так что сама с нетерпением жду, когда же он наконец появится. Ну и вы, когда увидите на экране надпись «Королевство М», можете сказать: «О, а мы знаем, мы видели, мы слышали живого сценариста потом». Так. Ну, мультик нам сейчас все равно не посмотреть, так что стихи. Капризная мама. Было весело вначале. Мы стучали, мы кричали, и мычали, и рычали. По стене мечом стучали. Только вдруг примчалась мама и сказала: ужас прямо! Это дети или кто? Вас тут трое или сто? Как вы сами не устали, чтоб сейчас же перестали? Мы послушно замолчали, больше хором не кричали, не рычали, не мычали, а сидели и скучали. Только вдруг примчалась мама и сказала ужас прямо: 5 минут слышна одна гробовая тишина. Будто все поумирали. Нет. Играйте, как играли. И опять мы, как вначале, застучали, закричали, лошадь сделали из стула. Мама тяжело вздохнула, снова уши затыкая. Вот капризная какая. У меня в руках книжка, которую мы написали вместе с Натальей Волковой, с которой вы уже хорошо познакомились. Книжка называется «Первоклассные стихи», но не потому, что мы с Наташей такие хвастливые поэты, а потому что в этих стихах идет речь о тех, кто пошел в первый класс. Есть такие, кто пойдет в первый класс в сентябре? Есть такие. Стихи посвящаются... Уже давно уже пошли в первый класс. Зачем только, да? Итак... Не только дети могут пойти в школу, но и, конечно, звери, которым тоже надо многому выучиться. Например, в школу идут крокодилы. Крокодильчику везет, нынче в школу он ползет. Ненаглядному ребенку мамочка кричит вдогонку: «Будь послушным, не кусайся, широко не улыбайся, не бери пример с невеж, и директора не съешь». Или, например, черепашка. Идет учиться черепашка. Отполирована рубашка. На голову надета кепка. Портфель к спине привязан крепко. Выходит в полночь за ворота. Не опоздать, одна забота. Не опоздает, будет к сроку. Сегодня к третьему уроку. А кто учится в следующей школе, вы, конечно, догадаетесь сами. Замечательная школа. Ни минуты без прикола. Можно ездить на перилах. Можно пачкаться в чернилах. Рвать тетради, строить рожи. Обзываться можно тоже. А визжащий ученик получает 5 в дневник. Кто учится в этой школе, непонятно совершенно, да?
Обезьянки, молодец, хотя тебе всего 4 года. Догадался, да? Обезьянки, не дети, прошу не путать. Так. Ну и прежде чем уйти, в преддверии лета хочу дать верный совет, как не утонуть в море. Верное средство. Пусть на море волны сдом, пусть я плаваю с трудом, утонуть я не могу, я в спасательном кругу, я в спасательном кругу и сижу на берегу. Спасибо большое. Будем ждать с нетерпением мультфильм «Королевство М» и под ваши аплодисменты. Замечательно. Вот вы знаете, я всегда думала, что эльфов не бывает, но глядя на эту поэтессу и писательницу, можно в них смело поверить. Анастасия Орлова, под ваши аплодисменты на нашей сцене. Здравствуйте. Как? Здравствуйте. Здрасте. Как у вас настроение? Хорошо. Хорошо. А почему не отлично? Беда, беда. Специально для тебя стихотворение прочитаю сейчас, можно? Кто сказал, что я болею? Я скорее здоровею. Здоровею, здоровею, выздоравливаю. Крепкий свой иммунитет поторапливаю. 100 больных у докторов, ну а я уже здоров. Ну и для тебя специально тогда стихотворение. Надуваюсь. Слушай внимательно. Надуваюсь, надуваюсь, вправо, влево, ввысь и вширь. Надуваюсь, 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 как пузырь. Надуваюсь не для вида, у меня внутри обида. Очень сильная обида, раньше были все не те. Я сижу, сомкнувши губы, я сижу, сцепивши зубы. И растет моя обида где-то в самом животе. Надуваюсь, надуваюсь, вправо, влево, ввысь и вширь. Надуваюсь, 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 как пузырь. Вот сейчас глазами хлопну и взлечу, а может лопну. Это я вам читаю стихи, в принципе, из вот этой свеженькой книжки, «Ромашки» называются. Сейчас еще что-нибудь прочитаю. Ляли и Гули. Маленькие ляли во дворе гуляли, серенькие гули зернышки клевали. Смотрят ляли, гули, и вперед рванули. Смотрят гули, ляли, да как деру дали. Не ляли, да. Я рисую человека, руки, ноги, голова. В голове цветные мысли и округлые слова, а в груди у человека расцветает не спеша, как ромашка полевая, белоснежная душа. А вот скажите, пожалуйста, вы любите чистить зубы? Да! Ну вот, чтобы вы еще больше любили, я вам сейчас прочитаю песенку «Зубочистку», а вы мне будете помогать, ладно? У меня зубов отряд, чищу щеткой всех подряд, верхние и нижние, дальние и ближние, частые и редкие, сильные и крепкие, новенькие, прочные и еще молочные. У меня зубов орава, влево-вправо, влево-вправо, верхние и нижние, дальние и ближние, частые, сильные, новенькие, прочные и еще молочные. Становитесь друг за другом, чищу щеткой, круг за кругом, верхние и нижние, дальние, частые, сильные, новенькие, прочные и еще вниз и вверх, вниз и вверх, до бела начищу всех, верхние и нижние, дальние, частые и сильные,
новенькие, прочные и еще... Ой, какие молодцы, хорошо зубки почистили. Я не чистил, я была с... А я ликнул! А я чистил. Это мои сестры. А я тоже чистил. Все, наверное, бывали на море или на реке, и там бывает очень много-много камушков разных, да? Камушки собираете? Ты какой камушек находил? Какой он был? Круглый. Какой? Аметист. Тебе повезло крупно. По одному, давайте руку поднимать. Ты какой? Какой ты камушек находила? Очень много разных камушек. А чем тебе какой-нибудь запомнился какой-то камушек? Ничем, да. А у тебя какой камушек был? И дырявый еще. Классно. Ну вот тут, видимо, кто-то... Ты какой находил камушек? Скажи. Ну, говори. Синий. Синий ты находил? Я классный. Про камушки послушайте. Ну, скажи, пожалуйста, какой у тебя был? Ничего себе. Сколько на свете бывает волшебных камушек? А один мальчик нашел вот такой камушек. Слушайте. Я камушек дивный нашел на реке. Я спинку ему согреваю в руке, ведь камушек этот, наверное, вовек в руках не держал ни один человек. Спасибо, собирайте камушки. С днем поэзии всех вас. Спасибо, Анастасия Орлова. Скажите, пожалуйста, вы видели когда-нибудь львов? Да? Они большие, да? А вам нравятся такие кошки? Да? А вы знакомы с таким львом, как Бонифаций? Да! Да? А вы знаете, кто написал о нем? Нет! Ну, подумайте. Не о нем? Не о нем? Он сам Бонифаций. Тогда давайте позовем самого Бонифация. Давайте. Герман Лукомников сегодня для вас. Вот у нас лев Бонифаций сегодня. Проходите под ваши бурные аплодисменты. Наступил на жабку, а она ква-ква. Вот ведь какова. Наступил на жабку, ухнула сова, закружилась голова. Наступил на жабку, а она ква-ква. Это было стихотворение украинского поэта Ивана Лучука в моем переводе. Теперь почитаю просто свои стихи. Продана совесть, потеряна честь, никто меня не любит. Затем, какой я есть! Что ж вы, гады, судите? Ведь судимы будете. А вот мы не судим, да не судимы будем. Человек лежал, лежал, друг вскочил и убежал, а другой сидел, молчал, что-то вспомнил. Закричал. Стих нашел. Нашел на меня стих. Я закричал и стих.
Не я этот стих нашел, он сам на меня нашел, он сам на меня напал. Я чуть-чуть не упал, такой уж нашел стих, шальной, как внезапный. Чех. Вода, камень, мусор.